Глава правительства Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 ноября во время встречи Евразийского исламского совета в Стамбуле назвал антитеррористическую операцию «Облачный столб», которую проводит армия обороны Израиля в секторе Газа, актом террора. Эрдоган подверг резкой критике ООН за бездействие в свете массовых убийств мирных жителей. Премьер напомнил, что Израиль не исполняет международную резолюцию, однако никаких санкций со стороны международных органов не следует. Израиль пользуется правом на самооборону, и когда бронят, и когда нападают, добавил Эрдоган. Премьер пообещал оказать поддержку палестинцам, а власти Израиля призвали немедленно прекратить военные действия и снять блокаду сектора Газа.